Сегодня весь мир отмечает День ребенка. В Чебоксарах в этот день прошел профилактический рейд «Дети». Организовала его госавтоинспекция. С самого утра экипажи ДПС дежурили в тех местах, где чаще всего можно увидеть детей. Это переходы возле школ, внутрирайонные территории, дома творчества, центры досуга. Тем, кто нарушал правила дорожного движения, детально объясняли, что сделали не так. В школах и детских садах инспектора рассказывали про правила дорожного движения, почему их нельзя нарушать. Причем рассказ шел в игровой форме, с помощью викторин и конкурсов. Инспекторами дорожно-патрульной службы усилен контроль за соблюдением участниками дорожного движения правил проезда пешеходных переходов, правил использования ремней безопасности и специальных детских удерживающих устройств. Также сегодня, в день ребенка, сотрудники ГИБДД посетили детскую городскую поликлинику. Детям вручили тематические значки и конфеты. Ребят поздравили с праздником, пожелали скорейшего выздоровления, ну и, конечно же, напомнили малышам и их родителям о соблюдении правил дорожного движения. Вдобавок, все маленькие пациенты поликлиники стали обладателями световозвращателя, основная цель которого на расстоянии показать пешехода водителю.